Ну что, парни, полагаю, мы собрали достаточно сил для рейда адских земель Левиафана. Мы не можем отправить на это задание все силы. Нужно оставить гарнизон на заводе. В качестве гарнизона отлично подойдет пельмень и КВ-44М, но для их ремонта у нас нету ресурсов. Я поставлю задачу шахтерам работать вдвойне. Думаю, за недельку они справятся, а тем временем Дориан останется в гарнизоне. Попытаюсь связаться с нефритовыми стражами. Они доставят наш отряд прямиком в адские земли. Наша задача — раздобыть 10 эшелонов железной руды, парни. Забудьте о солнечном свете. На ближайшие недели шахта станет для вас вторым домом. Пришло время каждого сделать все ради нашей победы. Вперед, парни, за работу! А вы и вправду собрали внушительный отряд. Сомневаюсь, что мне хватит энергии отправить всех. Дориан остается на защите завода. На этот рейд отправятся КВ-44 и Федор. Вы опять решили разделить все свои силы? Вскоре мы починим пельменя и КВ-44М, так что все под контролем. Тогда приступим к телепортации. Поработали мы на славу, и сталь уже готова к отправке. Планы профессора будут выполнены. Всем спасибо за ваш труд. Ух ты, телепортация — это весело. Ненавижу телепорты, слишком уж после них кружится башня. Время найти и прикончить парочку демонов. Мой владыка, я осмотрел ваш чертеж и увидел несколько недочетов. Ты ставишь под сомнение мои инженерные навыки? Ты кем себя возомнил, профессор ПЗ-35? Конечно же нет, мой повелитель. Я уверен, что вы хорошо знаете инженерное дело. Я всего лишь хотел немного доработать ваш чертеж. Я строго-настрого запрещаю вносить правки в мой проект. Над ним я работал несколько лет. Просто делай свою работу и не задавай глупых вопросов. Так точно, мой повелитель. Задача будет выполнена в лучшем виде. Черт бы меня побрал, что это? Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мы, конечно, при своей образованности можем предположить, что это диверсия какая-то. Ладно, продолжайте. Самое главное, делайте все по чертежам владыки. Так точно. Ваш проект завершен. Наконец-то! Начинайте сборку моего гиганта. Добро пожаловать в Орду, сынок. Ты хорошо поработал, американец, и я оставлю тебя в живых. А сейчас займись ремонтом этого советского взломка. Слушаюсь, будет выполнено. Впереди еще очень много работы. Нужно скорее освобождать ремонтный цех. Мы еще не завершили сборку,
Осталась самая малость. Пельмешка, с возвращением! Я как раз веду переговоры со стражами. Пора хорошенько прокачать твою броню. Они в этом помогут. Значит так, железный капут, по просьбе моего давнего друга, я вынужден отправить тебя на задание. На это задание должен пойти я. Он еще не готов к этому, а я намного опытней. Ты уже себя проявил в бою против советов и не с лучшей стороны, Ямамото. Против советских мегапусок нужна хорошая броня, которой у капута предостаточно. Ну сколько можно-то, а? Сколько можно? Ребята, передайте в штаб, что к нашему аванпосту движется неопознанный гигант. Ну и вонь же в этих пещерах. Хорошего топлива они сроду не видели. Теперь мне понятно, почему они такие злые. Насколько долго мы будем блуждать этими тоннелями? Мы не встретили еще ни единого врага. У меня уже руки чешутся. Когда-то я уже попадал в эти лабиринты смерти. Выбрался лишь спустя несколько месяцев. Ты тоже это слышал? Мы движемся в правильном направлении. Надерем им зад. Наконец-то ты снова в строю, Аид. Рад тебя видеть в здравии. Мой владыка. Знакомься с вершиной моей инженерной мысли. Его зовут Булыжник. Святые угодники, ну здравствуй. Как видишь, теперь есть кому оборонять подземелья. И ты можешь отправиться в земли советов на помощь японской армии. Погоди-ка, Федя. Похоже, вот и наша цель. И он движется в нашу сторону. Ну и переросток. Открываем огонь на поражение. Взять будет крайне сложно. Выпускай залп и завали ему проход.